Что может быть легче в приготовлении, чем бутерброды? Предлагаю сегодня приготовить бутерброды с бужениной. Они будут хороши на столе как закуска, идеально на завтрак и замечательно для перекуса. Самые обычные в приготовлении бутерброды подойдут для любой ситуации, выручат в будни и в украшении праздничного стола. Конечно же, все ингредиенты легко заменяемы, ориентируйтесь только на свой вкус, простор для фантазии и творчества огромный. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте 4 кусочка хлеба, я брала черный, уже в нарезке. Намажьте хлеб нежным творожным сыром, у меня сыр был сразу с зеленью. По желанию творожный сыр можно заменить сливочным или вовсе взять сливочное масло. На сыр положите нарезанную буженину, толщина кусочков на ваше усмотрение. На буженину положите нарезанный кружочками свежий огурец, по желанию можно дополнить бутерброд вареными яйцами или любыми другими сезонными овощами. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Украсьте готовый бутерброд с буженины любой свежей зеленью, аналогично приготовьте остальные бутерброды, количество зависит от ожидаемого числа едоков. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Обещанный список ингредиентов. Хлеб, 4 ломтика. Огурец, 0,5 штуки. Буженина, 150 грамм. Сыр творожный, по вкусу. Зелень, по вкусу. Количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До свидания!